Приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня предлагаю рецепт чудесного шоколадно-бананового пирога. А чудесен он тем, что при минимальных затратах времени и денег получается великолепный ароматный пирог. Слегка влажный, нежный, буквально тающий во рту. С классическим сочетанием насыщенного шоколадного и бананового вкусов. А список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Беру два достаточно спелых банана, добавляю соль, ванильный сахар и корицу, а также сахар. Наливаю рафинированное масло и погружным блендером превращаю в кашицу. Я делаю так, чтобы оставалось немного небольших кусочков. Теперь нужно водой или соком долить до общего объема 450 мл. Размешиваю, выливаю в миску, добавляю муку с разрыхлителем, порошок какао и замешиваю тесто. Оно получается таким, не очень густым. Форму размером 20 на 20 сантиметров смазала растительным маслом и выливаю туда тесто. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40-45, а вы ориентируйтесь по своей духовке, проверяя на готовность деревянной палочкой. Даю пирогу остыть, посыпаю сахарной пудрой и подаю к столу. Ну вот такая получается красота, а аромат просто не передать словами. Кстати, и вкус у этой выпечки также очень насыщенный. При желании можно сюда добавить дробленые орехи, резанный чернослив, а также какие-нибудь ягоды, замороженные или свежие. Особенно подойдет сюда вишня. Сейчас разломаю руками, так будет наглядней. Посмотрите, несмотря на то, что он сильно не поднимается, какая пористая у него структура. Кстати, можно разрезать пирог на два коржа, промазать кремом и получится полноценный торт. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на канале и другие постные, вкусные и бюджетные рецепты. И не только. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.